Как первая нота задает звучание большому оркестру, как первое прикосновение кисти художника к холсту предопределяет наполненность будущей картины, как первые лучи рассветного солнца создают настроение нового дня, так главным, определяющим судьбу, становится первый сознательный выбор самого человека, в каком направлении идти по жизни. Самый длинный путь начинается с первого шага. Так гласит древняя мудрость. Первый шаг, образно говоря, это некий период собранности, осмысления своего предназначения, накопления духовного опыта и сил на старте большой жизни и важного служения. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Сегодня мы в гостях у самых, пожалуй, молодых героев нашей программы. Отцу Владимиру и матушке Татьяне чуть за 20. Вместе они 2 года. Приехали в город Заречный из Сталицы всего 3 месяца назад с полугодовалой дочерью Симочкой на руках. Храм Покрова Пресвятой Богородицы – первый в их послужном списке после Талицкого, родного для отца Владимира. В Талице он родился и вырос, говорит, скучает по времени своего детства. Тогда мир только открывал ему свою красоту через любовь родной семьи, через молитву и богослужение, а самым памятным для ребенка подарком в День Ангела стал подарок деда. Подарил большое Евангелие, большую книжку. Я маленький, мне казалось, что это очень большая книжка. Вот. И вот я ложил на табуретку, там были такие же двери открывались. Это вот у меня были алтарь, так скажем. Вот. Погремушками кадил, все, маму исповедовал. Мальчика и Владимиром назвали в честь деда, старейшины Екатеринбургской митрополии, митрофорного протоиерея, настоятеля храма Рождества Христова в Екатеринбурге Владимира Зязева. Его старшая дочь Светлана – мама нашего героя. Отец – настоятель Петропавловского прихода в Талице, протоиерей Игорь Балабанов. Так что диакон Владимир Балабанов – священник в 3-м поколении. Это говорит и вызывает гордость за принадлежность к такому мощному роду и налагает особую ответственность на него и его юную матушку. Они познакомились в Тобольской духовной семинарии. Владимир готовился стать священнослужителем, Татьяна училась на регенском отделении. А в один из летних вечеров он увидел ее во дворе Тобольского Кремля. Она сидела на скамейке и плакала. Вот. А плакала она, как я потом узнал, из-за другого парня. Это другая любовь. Ну, не любовь, а другие чувства были. Владимир повел себя по-джентльменски. Начал успокаивать, вытер слезы своим платком. Пригласил покататься на роликах. С тех самых роликов, говорят, все и началось. Вначале так смотрел красивое, понравилось. Вот. А потом, когда начал уже общаться с ней, и чувствую, что из нее выходит какое-то тепло. И вроде мы когда встречались, да, вроде где-то ругались, где-то что-то, но все равно меня тянуло к ней. Сначала как друзья были, и вроде предполагала, думаю, что будем вместе. А вроде думаю, не получится, что там вдруг он ко мне как бы несерьезными намерениями, но сразу тянуло к нему. И потом вот как-то предложил встречаться и согласилась. Конфетно-букетный период продолжался недолго, всего 4 месяца. Закончился там же, на высоком берегу Иртыша. Привел меня, говорит, оденься красиво. И оделась, пришли. Там арка такая белая. Вот это, не арка, ротонда, по-моему, называется. Вот, и мы стояли там, у меня вот кольцо. Это, выйдешь за меня? Я говорю, да.
тоже растерялась. Не знаю, как себя в таких ситуациях вести, просто да. Татьяна, в принципе, решает серьезные вопросы просто, так, как подсказывает душа. Она родилась в Сургуте. Ее родная семья дружная, многодетная. Тане, младшей из четверых детей, как водится, доставалось больше любви и меньше строгости. Родители водили детей в церковь, но от случая к случаю. Первым осознанно пришел к вере старший брат Татьяны Николай и сестренку привлек. Ей православная вера стала открываться через клирсное пение. Я потом пошла в 10 класс уже в православную гимназию учиться в Сургуте еще. Вот. И уже хотела, как уже была нацелена идти в Регинское. Вот и там я на клирсе 2 года пела. Вот очень понравилось в православной гимназии. В церковном пении ее привлекала не только красота звучания. В музыкальной школе Татьяна знакомилась с разными направлениями. Научилась понимать классическую, народную музыку. Но в церковной было нечто неуловимое, особая наполненность, которая вносила в душу радость и мир. Очень скоро она поняла, что клиросное пение – это поток благодати, который дается как подарок. И важно удержаться в нем и удержать его в себе. Главное самой настроиться на это, самой как бы молиться и петь. Бывает такое состояние, что там сильно переутомился, приходишь, поешь, а не получается, и фальшивишь, и как, не думаешь о молитве, и тогда вот ничего больше не получается. Главное с молитвой к этому подойти, вот тогда будет все хорошо. Эти слова уже результат пусть небольшого, но серьезного жизненного опыта матушки Татьяны. Духовную семинарию она не закончила, ушла с 3-го курса по состоянию здоровья. Я вот все равно выросла в такой семье, то, что не священническая. Вот как-то я там спала, могла спать, там мама не заставляла меня даже уроки делать. Я как-то сама как-то все понимала, что надо, и все. А тут как-то меня начали заставлять, и у меня какой-то протест внутренний. Меня мама не заставляла, не запрещала, тут мне запрещают. Все равно как я с мира пришла, получается, 2 года всего в православии была до Регинского. Вот. Как-то вот сначала более-менее, потом все тяжелее и тяжелее. Наше несмирение – прямой путь к нездоровью. Чем больше мы сопротивляемся Божьей воле, тем больше организм тратит сил на пустую и бессмысленную борьбу. У Татьяны был нервный срыв, который потребовал врачебного вмешательства. Слава Богу, здоровье восстановилось. И не только благодаря медицине. Трудный опыт стал бесценным, потому что Татьяна нашла в себе силы проанализировать его беспристрастно, без жалости к себе и без самооправдания, и сделала выводы на будущее. Идешь по ступенькам по этим. Тоже ты получил это, получается, какую-то добродетель, да, в себе воспитал, и она же не будет у тебя вот так вот все устаканилось и стоит там. Ты, допустим, смиренный, да, стал там в каких-то ситуациях. Начал так смиряться это, и поборол вот эту свою гордыню, да, тщеславие, вот это все. Вот если это не подкреплять, как-то это все, ну опять назад пойдешь. Как говорят мудрые люди, Господь знает, как снять стружку гордыни и эгоизма. Будет воспитывать всеми способами, пока человек не поймет. Только выйдя замуж, Таня осознала, что семья – гораздо более серьезная школа смирения, чем семинария. Но на этот раз приняла это с пониманием и готовностью меняться. Больше начинаю как-то свое «я» отодвигать, что ли. Потому что я самый маленький ребенок, семья нас 4. Вот я самая маленькая, и все равно как-то эгоизм присутствует. Вот поэтому мне сейчас еще, наверное, тяжело с ребенком, потому что свое «я» вот отодвигаешь. Все тяжелее. Сначала с мужем начали жить, все, ну, свое «я» тоже уже отодвигаешь, как ты ему начинаешь там, и чтоб он покушал вкусно, и прибрать дома. Вот уже не только для себя это, не только себя радовать. И снова наша матушка говорит то, что сама прочувствовала, прожила, переоценила. Замуж выходила, по ее признанию, в розовых очках. Это в других семьях есть непонимание, а в ее все будет хорошо. Но как раз в такие моменты детской самоуверенности Господь и подлавливает своих любимцев. К примеру, Татьяна была всей душой за то, чтобы муж стал священником. Но когда узнала о дате рукоположения, запаниковала. «Не хочу». Мы с отцом Игорем приехали. Вот, все, я стою, плачу. Говорю, думаю, вот как так, я не хочу. Он же кольцо снимает. Он же, как получается, от меня отдаляется, он же не мой. Вот, такие мысли были. Потом как-то все успокоилось, как-то подумала, как это он меня оставил.
Он просто снял это кольцо, это же не значит, что он снял венец с себя, вот этот наш. Смогла принять, смогла смириться, сдала еще один божественный экзамен, чтобы вскоре столкнуться с новым. Думала, надев розовые очки, как может быть трудно с ребенком, рождение которого они с мужем так ждут. Серафима родилась, когда молодые Балабановы жили в Талице, в отдельном доме, но все же под крылом большой семьи. Но скоро Господь усложнил условия воспитания, выхватил из комфортных условий и перенес туда, где ни родных, ни друзей, а муж большую часть времени на службе. Когда ребенок болеет, сначала я как-то начинаю, и даже там слезы, и как-то такое вот возникает уныние. А потом как-то, так сказать, не проходит это, только там хуже становится. Допустим, простая даже простуда у ребенка с температурой. Я к этому не готова еще. Не знаю, что давать, что делать. Вот. А сначала как-то начинаю вот роптать, да. Думаю, как поступить, все. Паника такая. А потом как-то думаю, а что паниковать? Надо успокоиться, помолиться. Как-то вот помолишься и сразу... Не то чтобы... Ситуация меняется, а как-то ты по-другому начинаешь реагировать на это, успокаиваешься и вот как-то и само собой все разрешается потом. Правда, признается Татьяна, это осознание приходит через 2-3 дня, но ведь приходит и остается в подсознании константой. То есть пройден и ушел в багаж жизненного опыта еще один урок. Он обязательно пригодится, уверена матушка, потому что дальше будет труднее. Если человеку легко в плане того, что у него все выстраивается, все обстоятельства жизненные выстраиваются как надо, вот так вот легко, то это неправильно. А если ему легко на душе, но обстоятельства не под него, как бы, он просто к этому относится спокойно, со смирением, вот, тогда вот это правильно, это правильнее всего, конечно. Правильнее потому, что каждая трудная ситуация – бесценный учебный материал, данный Богом. Даже если порой не получается справиться с эмоциями, раздражением, все равно так правильнее. Ведь так быстрее понимаешь, что выход из негатива один – молитва. И так начинаешь открывать в самих себе других себя, истинных. У нас тоже такая традиция, мы каждый день перед сном друг у друга прощения просим. Вот, чтобы уже лечь спать без обиды друг на друга. Даже если день прошел спокойно, без обид, все равно звучит их общее «прости», которое делает крепким и нерушимым растущее здание их домашней церкви. Отец Владимир – третий ребенок в своей родной семье, родился с пороком сердца. Когда врачи предложили родителям отказаться от него, Балабановы забрали 4-летнего ребенка из больницы и срочно санавиацией переправили из Талицы в Екатеринбург. Уже через несколько дней была операция на сердце, успешная. Наверное, Господь провел его через испытания и спас для того, чтобы со временем в семье стало еще одним священником больше. Я буду пытаться продлить свое диаконство, но, как сказать, пути Господни неисповедимы. Вот. И может, он у меня и завтра, Владыка, скажет все. Может, завтра. А может тогда, когда он пройдет свою школу послушания и смирения, обретет все то, чему призвано научить диаконство. Когда это произойдет, известно Господу одному. Но ведь не случайно же он так готовит молодую семью к высокому предназначению быть продолжателями священнической династии. Через несколько лет они хотят видеть свою семью. Очень счастливую, много детишек, так как нам... На свадьбе загадали 10. Вот. Да. Тяжело, конечно, но Господь поможет, думаю. Я всегда хотела много детей. Вот. И приемных тоже. Будем в первую очередь, так скажем, делать как родители. В следующем году у них будет 30 лет. Как они в браке. И вот, когда отмечали 25 юбилей, они сказали, что мы ни, вот это тоже пример, ни одного за вот это время плохого слова друг другу не сказали. Любовь есть Бог. Главное, чтобы
Господь между людьми стоял. И между людьми, и над ними, и сзади, как защита, и впереди, как ориентир, всюду. Бывает, встанешь и просто искренне попросишь своими словами, и как-то тепло на душе. Вот, и поняла то, что не в многословии молитва заключается. Всюду Господь. Он окружает, идет, отвечает на молитвы. Он любит. Главное, самим сделать первый сознательный шаг на пути к Нему, идущему через жизнь. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.